Львица из уральского цирка напала на дрессировщика во время представления в Машковском районе Новосибирской области. Львица по кличке Вега вступила в неравный бой с дрессировщиком. Мужчина сумел отбиться от животного, но у него рваные раны рук и ног. По его словам, после случившегося одна из напавших львиц больше не будет принимать участие в выступлениях. По словам дрессировщика, напавшая на него пятилетняя львица скорее всего отправится в зоопарк. А ближайшие запланированные представления пройдут вообще без номеров с участием львов. Как заявили в администрации цирка, усыплять львицу точно не будут. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.